Привет! Вы на канале Team Vita Чимаша. Сегодня мы идем на шопинг. В основном в Айкике нам интересует детская одежда. А что мы тебе будем покупать? Платье, курточки. И надо еще джинсы посмотреть, да, Маш? Зашли мы в турецкий детский магазин. Посмотрите, какие здесь классные футболочки. Сейчас будем Маше смотреть тоже джинсики. Ой, смотри, с тролликами! Класс, футболка с тролликами. Маш, нравится? Это какой размерчик? Ну, давай посмотрим. 110. Чуть-чуть большеватая, надо тебе чуть-чуть поменьше. Какое тебе платье больше всего нравится? Так, мне нравится больше... Вот это розовое? Да, розовое красивое. Маш, но оно такое нарядное. Я даже не знаю, куда мы ее оденем. Но только на следующий год уже на день рождения. Может, будем смотреть ближе, что к Новому году? Красивое. Вот этот сарафанчик. А вот это рядышком платьечко тебе не нравится? С Эльзой. Смотри, какой здесь... Смотри, какая здесь фата такая, да, накидка. Смотри, какая классная. Нравится? О, ух тышка. Тебе нравится такое? БМВ. Супер. Ну, это слишком нарядное, да? Ты что, хочешь все-таки это платье? Ну, мне как раз. А я хочу Пикачу. Ты хочешь Пикачу? Ну, хорошо, давайте сейчас дальше выбирать будем. Вот этот огромный магазин LSV в Айкике. 4 этажа в Алании. Шли мы с Машей в рай для девочек, да? Платьечки в Айкике. Так, это у нас здесь купальнички, Маш. Это у нас в этом отделе купальники, плавочки. Ты здесь платьечко нашла, Маша? Сейчас я тебе покажу суперское платье. Сейчас. Ой, сейчас покажу. Смотри. Красивое? Да. Нравится? Да. А ну, приложи к себе, приложи к себе. Жизнь, нравится? Да. Классное платьечко? Супер. Это мальчачье царство. Государство. Смотрите, на тебя такой петух. Непонятный, а это он тоже какой-то скелетик, скелетончик. О, Тим, смотри. Пижамы. Пижамы Человека-паука или что это такое, не знаю. Там. О, тоже из Звездных войн что-то. А вон какие классные костюмчики. Тоже ли это пижамки? О, это пижамки. Прикольные. А вот пират. Надо Тиме такого пирата купить, да? Классный пират. А вот сколько футболок. Смотри, слушай, у мальчика, мне кажется, здесь больше даже интересности, чем у девочек. Мы только что, Маша, ходили-ходили, выбирали-выбирали. Ни одного мультяшного героя нету. А здесь он и пижамки, и все, что хочешь. Сейчас будем смотреть Тиме. Тим, Маш, ну что, нашопились? Покажем потом, что мы накупили. Такие улочки Аланьи, уютные, с кучей торговых точек. Цены у турков, конечно, очень дорогие по сравнению с Вайкики. Поэтому, если вас где-то будут задерживать именно вот в таких торговых точках, разворачивайтесь и идите в Вайкики или подобных магазинов. В кафешке сразу показывают, как будут выглядеть ваши блюда. Идем дальше. Тима сильно хотел здесь купить игрушки. Но игрушек, я не знаю, может, есть специализированные магазины, мы их не видели. А обычные китайские дребедени здесь полно, но, мне кажется, дома у нас и то лучше, да, Маш, игрушки? Как ты считаешь? А Маша опять получила что-то бесплатное. То нам дали бесплатный магнитик. Маш, теперь что тебе бесплатно дали? Чурчхелу? Здесь вон, понабирали сладости. Маша сказала, что ей надо обязательно воспитателям сладости принести. Ну, в садик тоже, что она же хочет. Это. Тима уже купил магнитик своей учительнице, да, Тимофей? Отлично. И вот это вот у нас столько сумок. Это мы все вот это вот скупились. А, еще вот огромный пакет.
и уже покажем наши покупки дома, да, Тимофей? Да. Сейчас посмотрим еще раз Аланью вот так из окна. Проедемся, посмотрим. Магазинчики, бутички. Сразу видно, что это курортный город. Маш, ну что, она вкусная? Смотрите, давайте что-нибудь посмотрим. Вот, вот такой вот свитерок для Маши с таким веселым песиком. Маш, смотри, что тебе больше всего понравилось? Вот такое мы платьечко взяли Маше в сад ходить, сарафанчик. Вот это мне понравилось. Маша взяла платье и кричит, вот это мне понравилось. Взяли Маше юбочку джинсовую. Дальше, вот эта вот пижамка, это для нашей Тани. Подарок, да? Он принцесс. Еще одна у нас принцесса. Это Таня. Маше духи. Так. Маш, посмотри, как там их распаковать. Дальше мы взяли. Сильно мне понравился вот такой вот наборчик. Посмотрите. Это джинсики. Вот с такими вот стразиками. И к нему, идет вот такой свитерок. На девочке смотрится просто классно. Дальше, что у нас здесь еще есть? Вот такая вот лисичка, сестричка, прикольненькая. Тима себе взял вот такую бутылку-поилку в школу, чтобы пить чай. Ой, или что ты там. Дальше, Тиме взяли кожаную курточку, ну, на следующий год. Потому что в этом году у него есть кожанка, а на следующий взяли кожанку такую. Что еще показать? Ну, все здесь такое красивое, яркое. Вот еще одна лиса. Ну, это такие регланчики ходить в сад. Маши набрали вот такие регланчики. Самое интересное получилось вот этим свитерком для Тимы. Значит, одели мы вот этот свитер на Тиму. Он вроде мальчуковый. Ну, как-то на Тиме он, ну, совсем не смотрится. Одели на Машу, а на Маше, ну, вообще... Просто супер. Короче говоря, так... А, вот мы пижаму Тиме взяли. Смотрите, какая прикольная. Ой. Вот жилетка. Да, жилетку взяли. Сейчас пижаму покажу. Смотрите, какая прикольная пижама. Вот она. Это твое, да. Это вот такая рубашечка в школу носить. Тоже такая рубашечка. Я не понимаю, где тут надо брызгать? Сейчас мы распакуем, посмотрим, как там надо брызгать. Тим, а ну еще покажи мне, что... Кстати, носочки. Носочка... Вообще, носки по смешной здесь цене. Сейчас я вам скажу. 9,95. Ну, короче говоря, 10. Короче, $3 получается. Смотрите. Вот это вот все. Да, ну понюхай. Вкусная она? Да. Вкусно пахнет. Так, Тиме трусов набрали. Разноцветных. Тим, какой начинается с понедельника? Какой ты будешь одевать цвет? Вот эти. Понедельник будет синий, вторник зеленый, среда серый и так дальше пошло. На каждый день, да? А, носков понабирали. Что еще? Здесь тоже трусики вот такие, Маша, прикольненькие. Маечку покажи, маечку. Покажи маечку Машину. Вот такая вот маечка с понянками. Да, это еще Маши одни взяли. Джинсики еще одни. Пудели. Покажи пуделей. Пудели-мапудели. Пудели-попудели. Вот. Это я себе взяла такую футболочку. Блестящую курточку себе взяла тоже. Сладости. Подожди, а мы тебе же еще какой-то свитерок брали, Тим. Вот он, я же помню, что мы что-то еще брали. Вот мы Тиме брали свитерок. Да, вот.
вот такой с медведем, как будто вот стеганые рукава, здесь такой свитерок прикольненький. Короче, вот такая вот куча всего, всего лишь за $250. Ребята, это шара. Так, день продолжается, не знаю, что сегодня еще мы вечером будем делать, еще как бы не запланировано, а завтра у нас что? А завтра у нас путешествие на самом настоящем пиратском корабле. Я думаю, завтра день будет вообще суперский. Подписывайтесь на канал Чимбиты. И Маша. Пока-пока. Пока-пока.